Журналистика доступна для каждого, уверены в региональной и инклюзивной школе. Здесь будущих акул-пера научат писать статьи, проводить интервью, вести свой блог и грамотно писать пресс-релизы. Я буду рассказывать ребятам об основах работы пресс-службы, о том, кто такой пресс-секретарь, как он взаимодействует со СМИ, в чем его задача и как сделать так, чтобы наилучший выхлоп получился и для журналистов, которые приходят к тебе за телесюжетами или комментариями, и для компании, которую ты представляешь. Школа работает в Самаре уже 2 года. Победа в молодежном форуме «Иволга» принесла финансовую поддержку и позволила открыть филиалы в Тольятти и Сызрани. Лекции в школе инклюзивной журналистики бесплатные. Занятия будут проходить в течение месяца, 2 раза в неделю. Обучиться журналистскому мастерству смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с инвалидностью очень хорошо взаимодействуют со всеми. Также учатся наравне, выполняют задания, ходят на мероприятия. Они раскрываются таким образом и сами могут в дальнейшем уже пойти работать. Занятия в инклюзивной школе журналистики начнутся в феврале. Записаться на обучение можно в социальных сетях. У школы создана своя группа. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События.